Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 74 на странице 36 рабочей тетради для 4 класса автора Канакиной. Прочитайте. Соедините линии, устойчивое сочетание слов и их толкование. Зарубить на носу. Это значит запомнить. Пропустить мимо ушей. Прослушать. Путаться под ногами. Мешать. Ни свет, ни заря. Очень рано. Сгулькин нос. Очень мало. Составьте, запишите предложение, употребив в нем один из данных фразеологизмов. Давайте мы с вами возьмем фразеологизм «ни свет, ни заря» и составим следующее предложение. Ваня вскочил ни свет, ни заря, чтобы отправиться на рыбалку. Ваня, пишем первое слово с заглавной буквы. Вскочил. Дальше записываем фразеологизм «ни», раздельно «свет», «ни», раздельно «заря», запятая, чтобы. Отправиться. На раздельно прогулку. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.